В этом году в Одинцовском округе отремонтируют 31 дорогу общей протяженностью около 28 километров. 8 из них попали в список по результатам голосования на портале «Добродел». Самый большой объем работ запланирован в Одинцово. Здесь приведут в порядок улицы Комсомольская, Вокзальная и в селе Акулово. Из значимого, будем так говорить, это у нас в Кубинке две дороги, это Дюдьково-Осаково. И от 82-го километра Минского шоссе до деревни Анашкино. Там существенные денежные средства мы запланировали на ремонт этих дорог, потому что высокая степень разрушений, и они довольно-таки протяженные. На 5 участках работы уже ведутся. Также в разгаре ямочный ремонт дорог. На начало сезона было оцифровано 4410 ям. На данный момент ликвидировано 1677 ВБН. Что у нас с разметкой? Краска и пластик. С разметкой. В настоящее время мы с помощью краски, во-первых, обновляем полностью вертикальную дорожную разметку, то есть красим бортовой камень. И краской возобновляем разметку на пешеходных переходах и стоп-линиях. В июне нанесут разметку дорог пластиком. Сейчас сделать это не позволяют погодные условия. 21 300 люков насчитывается в Одинцовском округе. Состояние 80% из них уже проверили коммунальщики. 72 были отремонтированы. Обращайте внимание на качество. Видно, что качество хромает, пока люди, видимо, из МБО этим занимались. И такой еще сырой асфальт, большая крошка. Все-таки старайтесь сделать так, чтобы нам каждый год это все не переделывать заново. Завершится проверка люков в Одинцовском округе до начала мая. Также на еженедельном совещании глава муниципалитета дал старт операции «Прибрежный патруль». Ее цель – очистить зоны отдыха у водоемов. Все эти зоны захламлены, реки тоже у нас забиты и корягами, и деревьями, и мусором. Поэтому я хочу объявить сегодня старт акции «Прибрежный патруль». И наша с вами, коллеги, задача проинспектировать все прибрежные территории вдоль всех наших рек, и маленьких, и больших. Проверка прибрежных зон продлится в течение месяца и завершится к началу лета. Евгения Августина, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».